И как внутрь? Не знаю. Похоже, вдоль края какие-то жилища. Так что давай-ка наверх. Что настоящий тайник ту. Из-за советника Осава мы все тут кругами ходим. Босс не дурак. Если американец врет, он дорого заплатится. Это оскорбление. Американец знает не больше нашего. Воровка индианка. И она явно знает, что делает. Она не индианка, она полукровка. А ты скажи это ей. Ты понимаю, Грант. Пока все прекрасно. У Виджия новый бронежилет. Керамические пластины. Он всегда гребет себе лучшую снарягу. Обыщем тут все. Смотри. У нас еще потеря. Мы знаем, что ты здесь. У нас еще убитый! Фрейзер. Нельзя подключить остав. Плохо. Один из наших мертв! Там боец в броне. Придите в оба! И еще по одному! Берегитесь! Снова к делу. Ну, глянем, куда ведет.
опять здесь. Должен быть способ попасть в город. Ух ты! Наверх! Асаф не нашел вход и сделал его сам. Как-то мало у него уважения к предкам. Асаф уважает только Асаф. Знаешь, мне жаль, что Белур спрятан от мира. Один из хайсальских правителей. А сколько у них было правителей? 11. Юный король последний в рабы. Что ж, его план сработал. Он спас город от перса. Ну вот, наверх. Красоты вокруг все больше. И если кто сомневался, что это Белур, вот Шива. И Нанди. А это Ганеш? До того, как получил плановую голову? Возможно. Или это Картикея, старший сын Шивы. Он бог войны. Похоже, их дороги разошлись. Вот черт! Они взорвали вход. Наверное, этот взрыв мы и слышали. Должен быть другой вход. Они хотят задержать нас. Да. Сюда, Надин. Ну и вкус. Поторопись. Надо догнать остальных. Иди, враг. Вижу их. Готово. Идем. Путь отрезан. Это большой город. Должен быть и другой путь. Что это за место? Купальня? Тут немного глубже. Подземном озере. А это еще что такое? Что это? Древнее письмо на языке каннада. Похоже на поэтические строфы. Это библиотека? Похоже, да. Да, барабан. Чего тут только нет. А это что? Благовония или травы?
Фрейзер, сюда. О. Посмотри. Невероятно. Это какой-то алтарь. Правители страдали за свой народ. Они не просто защищали Бивень. Историки считали, что это символ власти и могущества. Но, видимо, они не так поняли. Это был символ народа, их культуры. Символ их самих. А это что? Отец был здесь. На пороге открытия. Почему же этот болван не сказал мне? Ты же знаешь. Ради безопасности. Нельзя отдавать Бивеня Саву. Нет. Нельзя. Спасибо. Скажешь спасибо, если живыми уйдем. Резонно. Не забудь Ганешу. О! Хорошо, что взяла.